Всех приветствую, на связи Вальдемар. Сегодня у нас 28 октября, и у нас очередной выпуск про постройку моего грузового эвакуатора. Нужно сделать отчет и показать вам, что же на 28 октября уже происходит. А ссылочки где-нибудь здесь на любое предыдущее видео, чтобы понять или войти в курс дела, или найдете его там ниже по каналу. Погнали к Васе, тяни, толкай. Ну что, друзья, мы приехали. Пойдемте смотреть, что нам там сделали. Какую нам сегодня лапшу повесят на уши. Что, дорогие друзья, как вы видите, опять они, как бы это без мата сказать, ковыряют мне все те же самые ящики. Не знаю, все ли так производители тратят 2 месяца на облицовку и на 3 ящика и облицовку. Хотел еще вам вот что рассказать. Многие, кто подписан на Инстаграм, я уже выкладывал, что судебное дело мое против Василия уже в суде, в Домодедовском. Пока заседание первое не назначено, но ждем, потому что суды так работают сейчас медленно. Долго они это все дело проводят в своих. Ну, в общем, надеюсь, вам полезно. Смотрите, кто не знает предыдущие ролики. Там все, по-моему, с какого-то числа давным-давно я все показываю. Как долго строится мой грузовой эвакуатор. Сейчас уже 5 февраля будет у нас 2 года. Сейчас у нас ноябрь, декабрь, январь. Ну, в общем, где-то год и 9 месяцев уже есть. Уже год, да, и 9 месяцев. Поэтому думайте сами, делайте всегда взвешенные решения перед выбором производителя эвакуаторов, манипуляторов, ну и всего такого остального. А так, если что, мой телефон всегда есть в описании, можете набрать. Я на все вопросы всегда отвечаю. Так что, что, ребятки, пока. Я поеду дальше заниматься рабочими делами и ждать, ожидать, когда сделают, доделают мою машину. Всем пока.